Я думаю, самое главное, что сегодня победили. Я думаю, для нас сегодня был непростой матч. Мы хотели выиграть, и для нас это самое главное. За сборную с регулярной частотой отличаешься. В чем секрет? Ну что, у меня отличные партнеры, что мне помогают, отдают хорошие передачи. Я только могу быть благодарен за это. Во втором тайме там ты что-то показывал тренерской скамейки. Не хотел, чтобы тебя меняли или что-то другое было? Нет, по-моему, там был момент, когда я пас Миранчуку отдал. Они вроде говорили, что надо было бить, ну, чтобы третий забить. Ну ладно, самое главное, что сегодня выиграли 0-4. И идем дальше. Это так сборная России здорово сыграла, или Казахстан все-таки был не тот после победы над Шотландией? Я думаю, мы компактно сыграли в обороне, использовали свои моменты. Я думаю, у нас еще было много моментов забить голы. Но сегодня мы можем быть довольны, но не останавливаться на этом. Дзюба поблагодарил за голевую передачу? Да, обнимался много.